Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу представить вам, как на PR200 избавиться от дребезга контакта. При включении PR200, как происходит калибровка прибора, в течение 3 секунд происходит дребезг контактов на выходе Q2 и Q3 в обоих реле. Заходим в Ovin Logic, в среду программирования. Открываем файл, создаем новый проект. У меня будет проект создан на PR200-220-22-24X 12-контактный, 12-входной. Так. Дальше. Смотрим вход. Сигнал токовый, так его оставляем. Аналоговый. 4-20 миллиампер. Так. Давайте вставим переменную. Внутреннюю. Присвоим ей значение. С плавающей запятой. Переменную обзовем как температура. Окей. Создадим тоже переменную. Дальше нам нужен блок сравнение чисел с плавающей запятой, точкой на большое значение, а большее значение соединяем, возьмем константу просто соединить нельзя. Нам нужно будет вставить, что она целочисленная. И поставить преобразователь в число с плавающей запятой. Float. Далее создадим еще одну входную переменную. Назовем ее привод. Имеет булевское значение, единица или ноль. Далее. Пишем выходной переменной, что это привод. Зададим значение температуры, константе, уставка. 10 градусов. И вот при включении, сейчас, секундочку, входим в режим симулятора, запускаем его, можно проверить. Задаем значение, допустим, 15 градусов Цельсия. Вот привод включился. Задаем значение 8, допустим, градусов. Привод выключился. Но при калибровке прибора на этот контакт Mach 8 приходит много единиц и нулей. И происходит дребезг контактов. Давайте от него избавимся. Чтобы от него избавиться, нам нужно поставить
и пульс включения, точнее таймер с задержкой времени. Соединение. Таймер указываю. Да, когда включается прибор, в течение где-то 3 секунд идет дребезг контакта при калибровке. А значит, мы примерно выставим 5-секундной задержкой. Соединяем привод. Переходим в режим симулятора. Допустим, выставляем температуру 15 градусов. Вот идет задержка времени на включение. Пока дребезг проходит, здесь много единиц и нулей на привод подходит. В течение 3 секунд. У нас задержка 5 секунд. И приходит единица после 5 секунд. Всем спасибо. Ставьте лайки. До следующего урока.